Из угольных разрезов сразу на ТЭЦ. 17 тысяч полувагонов задействовали этой осенью для транспортировки твердого топлива в Казахстане. С начала отопительного сезона по железной дороге перевезли уже 35 миллионов тонн. Часть предназначена для населения. Это самый крупный склад Караганды. Сюда поступает знаменитый шубаркольский уголь, один из лучших в стране. Он отличается небольшой зольностью, подходит для всех видов печей. Тонна стоит 11 850 тенге. Уголь хороший, да, вот сортовой, крупный. Цена нормальная, все устраивает. В зависимости от спроса, за сутки здесь могут разгрузить 28 вагонов с углем. Средняя дневная норма – 1500 тонн твердого топлива. За шубаркульским углем прибывают большие грузы и из других областей. Мы отгружаем в день от 120 и больше машин. Доходит до 160, до 170 по-разному. У нас работают 4 погрузчика. Опять же, чтобы оперативно отрабатывать эту всю очередь, у нас есть 2 автовесов на площадке. Опять же, если большой наплыв машин, мы отрабатываем, именно открываем вторые весы и работаем, ну, уже на полную мощность, опять же, чтобы не было скопления людей. В Акмолинскую область в этом году увеличили объемы поставок угля. В перечень региональных операторов включили более 60 поставщиков из 16 районов и городов. За последние 3 месяца в область прибыло около 7 тысяч вагонов. Это 485 тысяч тонн угля. В предыдущие года было сложно, были очередя. Сейчас, в данный момент, очереди нету, угля хватает. Нету ажиотажа с углем. Я считаю, что можно в любое время, в любой час, момент приобрести уголь. Для перевозки угля задействовано более 17 тысяч полувагонов. Они доставляют твердое топливо для теплоэлектроцентралей страны и населения. Координируют перевозку угля по Казахстану штаб нацкомпании «Казахстан Темиржолы» с участием представителей угольных разрезов. Марина Золотарева, Аслан Абуталипов, Зарина Тупыхар, Хабар 24.